привет вам с солнечного острова Бали. Я сейчас снимаю свой репортаж из района Джамбаран. Вот такой в Джамбаране пляж. Невероятной красоты. Тут есть, конечно, лучше пляжи и более благоустроено, но этот пляж тоже довольно-таки неплохой. Белый песочек, как мука, мягкий, без камней. Ходить по нему очень приятно. Босиком. Вон здесь невысокий, серфера здесь нет. Этот район предназначен для спокойного, тихого семейного отдыха. Всегда здесь солнце, круглосуточно жара стоит от 28 до 32-35 градусов. Ветерочек, прохладно. Нет такого, знаете, ощущения парилки или салки, как в других районах, например, Чингу. Мы с супругом и сыном за 3 месяца побывали в 3 районах. Чингу, значит, Убуд и Джамбаран. Джамбаран нам понравился больше всего. Здесь цены немножечко дешевле, немножечко ниже, не сильно, но как бы чувствуется, чем, например, Чингу. Чингу, он такой более тусовочный район, и то могу сказать, что тусовка вся там сосредоточена возле пляжа преимущественно. Там ночной клуб большой, вот клубная музыка играет по вечерам, коктейльчики, бассейн, вот много молодых красивых мальчиков и девочек, много айтишников с ноутбуками, вообще все как рассказывают другие блогеры. Все это присутствует в Чингу. Вот, район Джамбаран, он более спокойный, но в Чингу, допустим, высокие волны и пляж не такой белый, как здесь, песочек, а черный песок. Потому что там вулканическая пыль в примеси в песке, поэтому он черного цвета. Здесь такого нет. Вот, ну и как видите, я уже прошла довольно-таки большое расстояние. Никого нет. Сейчас здесь 2 часа дня. Пляж абсолютно пустой. Мне еще нравится этот район. Вот, посмотрите, за моей спиной посадочная полоса или взлетная полоса. А вечером очень красиво здесь гулять и наблюдать, как самолеты прилетают. Сейчас видно, но может быть на видео не очень хорошо, потому что не подсвечивается территория посадочной полосы лампочками, поэтому не очень их видно. Но вечером невероятная красота. Вот. Много кораблей, потому что в Джамбаране сосредоточен рыбный рынок. Здесь можно купить все, что угодно на этом рынке. Морепродукты любые абсолютно. Лобстеры, раки, креветки, рыба всевозможная. Морская, все, что хотите. Вот, кстати, сейчас самолет на посадку. Не знаю, видно вам или не видно. Должно быть видно. Так. Вот так, наверное, лучше. Я его хорошо вижу. Вот, здесь рыбный рынок в этом районе. И можно видеть, как корабли вылавливают прямо в данный момент. На большом корабле ловят рыбу, потом отводят на этот рынок, ресторанчик, который тебе приготовился, очень вкусно. Цены, конечно, высокие. Если сравнивать с московскими ценами, например, на уровне московских. Вот, поэтому... Если вам говорят, что здесь очень дешево и доступно, не верьте, это неправда.
здесь по берегу кафешки стоят. Сейчас 2 часа дня, середина дня. Пустота, никого нет вообще. Такой пляж огромный. Там, если далеко в сторону посмотреть, вот. Это памятник, точнее не памятник, а статуя Гаруда Вишну. Называется, она находится в парке, это одна из самых высоких статуй в мире. Вот, даже на таком расстоянии ее неплохо видно, довольно-таки величественно, такое монументальное, монументальное сооружение. Если к ней приблизиться, конечно, там ощущения захватывают дух, захватывающие ощущения. Вот, когда ты внизу стоишь и смотришь вверх от этой статуи. Но у этой статуи история такая, ее строили 10 лет, очень долго не разрешали строительство ее, потому что по закону на Бали здесь, во-первых, очень много храмов, и не должны сооружения быть выше 15 метров, потому что считается оскорблением для богов, для храмов, если сооружения и постройки будут выше, чем храмы здесь на Бали. Поэтому очень долгое время были проблемы по строительством этой статуи. Но потом все благополучно разрешилось, и ее все-таки построили. На радость туристам. Вот. Очень мне нравится гулять по этому пляжу. Огромное удовольствие получаю от ощущений, конечно, босиком ходить. У меня, кстати, волна унесла 20 минут назад мою обувь. Я гуляла в сланцах здесь. Накатила вот такая очередная волна. Прямо в океан унесла мои сланцы. Теперь гуляю босиком. Вот сейчас как-то на скутере доеду. Доеду до отеля. Босиком там переобуюсь. Отель, в котором мы сейчас живем, называется Пури Бамбук Хотел. Находится он в районе Джамбарана. Стоимость одного двухместного номера в таком отеле составляет 37 тысяч рублей на сегодняшний день. Сегодня у нас 28 мая 2023 год. Что будет происходить с ценами дальше, я не знаю. Думаю, они, точнее, даже не думаю, а слышала от многих людей, которые здесь живут, о том, что они прогнозируют повышение цен, начиная с сентября, то есть цены еще поднимутся. Поэтому, ну, тем не менее, согласитесь, посмотрите на красоту, которая за моей спиной. Ни в одном городе вы такой красоты не найдете, поэтому собирайте чемоданы и прилетайте сюда. Hello.
How I can prepare for this? How prepare? Friday or in the water? How? Not for Friday. In the water and how much time? How long time it prepare? Maybe 40 minutes. 40 minutes. Yeah. 40 минут такой краб варится. I want two pieces. Two pieces. And I want try. Which one? Don't leave. Only don't leave. It must die. Три штуки я хочу сварить. How much lobster? 450. 450 тысяч килограмм. Пойти, что тебе? Алло. How much this? 300. One is accomplished. 1 kilo. 1 kilo. How much? 150. 150. One. How much? Just it, my friend. Bin Saleh. How much this? 75 kilo. 75 килограмм. Вот я хочу кальмаров. Давай полкилограмма кальмаров. Здесь как раз, смотри, тебе прям можно много приготовить. И, кстати, очень вкусная рыба на гриле, креветки на гриле. Thank you.